Аллилуйя! Я не знаю, как вы, но я с нетерпением всегда жду второго воскресенья месяца. И Раиса Ивановна тоже. И Господь Бог тоже. Потому что это, друзья, общий успех. Это общее дело. Бог дает каждому из нас шанс процветать. Бог не создавал нищеты. И благословение Господне никогда не ведет к бедности и к нищете. Благословение Господне. Благословение Господне. Благословение Господне обогащает и печали собой не приносит. Поэтому, когда мы говорим «я благословен», это означает, у меня избыток в жизни, во-первых, интеллектуальный, во-вторых, духовный, избыток в друзьях, связях, влиянии, избыток Божьей мудрости и финансы, естественно, потому что за все в этом мире отвечает серебро. А если избыток, то печали нет. У нас нет печальных людей. А если печаль бывает, она очень кратковременна. Потом печаль меняется на радость. Сеем со слезами, а пожинаем потом с великой радостью. То есть печаль – это фрагмент, а радость – образ жизни. Скажи, печаль – это эпизод, а радость – образ жизни. Печаль – это эпизод, а радость – образ жизни. Аллилуйя! Мне очень рад, мне очень приятно. Знаете, я поделюсь сначала. Недавно у меня было очень глубокое переживание. Я вообще иногда бываю таким сантиментальным, что себя удивляюсь. Однажды я подъехал к своему дому и увидел такую картину. Прямо над дверями входными ласточка строит гнездышко. Вы знаете, мне лучше этого не показывать. У меня сразу рождается и песня, и проповедь. У меня все внутри как-то так, вы знаете, все растаяло. Я смотрю, Божье творение, кто же этих пташек научил так работать? Вертикальная стена. Они не лопатой, а у себя в клювике берут вот эту грязь или что там, строительный материал, сидят на этой самой, на вертикальной стенке и что-то лепят. Грязь падает. Они ее снова поднимают и снова клеят. Потом улетают. Я думаю, Господи, какой ты труд им дал. А ведь они же кредиты не берут в банках на строительство. У них нет ни банков, они не сеют, не жнут. И знаете, я посмотрел, какой просто гигантский труд, чтобы вот столько нарастить, вот столечко нарастить, вот это вот гнездышко, им пришлось работать, я не знаю сколько дней. Я подошел, на полу было столько же материала, сколько там. Я уже помолился, Господь, помоги им докончить строительство. Когда я взял в руки строительный материал, думаю, Бог ты мой, из чего же они строят, как песок. А между этим, как арматура, ну это в их понимании, какая-то там, какие-то там травинки. Как же они? Или сопля... У них есть это? Нет? Что является склеющим материалом? Я не знаю. Как? Ну вот, вот слюна, да. Я думаю, сопли были бы намного, ну как-то, крепче материал. Но, а вот у них, наверное, такое есть. И они так все вот строили. А потом мне кто-то сказал, а знаете, птички выбирают не все подряд дома, а выбирают специальные дома, потому что они Божье творение и чувствуют, где благословение. Мне это, вы знаете, так было, ну как сказать, приятно. Думаю, о, еще одно подтверждение, что мы праведники. Но через день произошла трагедия. Злые, черствые люди
посчитали, что вот эта грязь на стенке, и пришли и соскоблили все. И когда я вечером пришел, вы не представляете, для меня это была такая трагедия. Я хотел выяснить, что за звери, что за жестокие люди. Просто представляете, ты строил дом, вдруг с дуру какой-то сосед приехал бульдозером, все снес и говорит, а зачем он нужен? Я говорю, как? Они столько работали. Я скорбел целые сутки. Я этих бульдозеров хотел закопать. Я даже молился, Бог, пусть они вернутся. И когда сегодня я выезжал на служение, Бог, отвечая на мои молитвы, вернул этих ласточек. И они снова порхают и снова строят свое гнездышко. Бог есть. И что я подумал? И я подумал, у ласточек нет полиции. У ласточек даже ашеров нет. Ласточкам некому жаловаться. Мое гнездышко разрушили. Знаете, кому они жалуются? Тому, кто их сотворил. И подумал я, если Бог защищает воробьев, если Бог защищает ласточек, беззащитных, беспомощных. Неужели Он не защитит меня? Неужели Он не защитит тебя? Ты говоришь, я строил, строил, но какие-то злодеи пришли и все разрушили. Продолжай строить, что ты однажды начал. Потому что кто-то со стороны за тебя уже молится. Я не знаю, будут ли ласточки на небе, но эти ласточки будут благословены, потому что за них кто-то молился. И за тебя кто-то молился. И я точно знаю, что за меня очень много людей молятся. И я знаю, что мы, свое гнездо нового поколения, которое мы уже столько лет строим, и я смотрю, какой-то просто титанический труд, но мы однажды это гнездо построим. И здесь родится тысячи, тысячи пасторов, служителей. И мы увидим, что новое поколение станет матерью тысячи церквей. И я сегодня бросаю тебе вызов, мужчина, женщина, продолжай созидать свое гнездо. Продолжай созидать свой дом. Продолжай созидать свое служение. Потому что Бог хочет, чтобы вот в этом гнездушке, чтобы в твоем доме, в твоем служении зародилось будущее, завтрашний день. И пусть никто тебе не помешает. И если ж кто-то повредил, продолжай делать. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Аллилуйя. Господь, я благословляю сейчас каждого человека в этом зале. Я благословляю каждого, кто сегодня строит, созидает, устрояет свое гнездо. И пусть дьявол не разочарует. Пусть никакие попытки разочаровать не дадут успеха. Я прошу тебя, пусть придет вера. Пусть придет, Господь, эта неотступность. Пусть каждый из нас будет настырным. И все, что мы однажды начали, мы это завершим. Все, что однажды Бог начинает, Он всегда заканчивает. Он есть Альфа и Омега. Боже мой, мы не будем дислоцироваться, мы не будем уходить, мы будем здесь, именно на этом же месте строить то, что мы однажды начали. Мы не уедем из Латвии, мы будем здесь созидать Божье Царство, пока каждое колено на этой земле не преклонится перед именем Иисуса Христа. И это гнездо христианского правительства, которое столько времени строится, кто-то его разрушает, но Бог снова восстановит, Бог снова поднимет созидателей и строителей. И мы с вами увидим это большое гнездо, мы с вами увидим
христианское правительство. Мы увидим скинию Давида. Мы увидим храм поклонения. Все, что Бог однажды начал строить твоими и моими руками, не останется в полуразрушенном состоянии. Бог завершит это триумфально, масштабно и благословенно. И все верующие в Слово Его сказали «Амен». Аллилуйя. Мы оптимисты. Я стараюсь в своей жизни, в своем служении делать такие вещи, на которые бы реагировал духовный мир. Ибо если твои маневры не приводят в движение духовный мир, это пустые маневры, это ненужное телодвижение. Вера – это способность привести в движение духовный мир. И когда духовный мир реагирует на то, что я делаю, я получаю опыт, я получаю развитие, я становлюсь старше. И сегодня я бы хотел, чтобы мы сделали то, на что отреагировал бы духовный мир. Ритуалы – это ключи в духовные двери. И когда я осуществляю какой-то духовный ритуал, я вставляю ключ в скважину духовной двери и проворачиваю его. Дверь открывается, и мы входим в духовный мир, в четвертое измерение. И если мы входим в четвертое измерение, мы приобретаем власть менять ситуацию в физическом мире. Материю не изменишь материей. Плоть никогда не изменит плоть. Физическая вселенная подчиняется духовной вселенной. И мы управлять обстоятельствами в физическом мире можем, находясь на территории духовного мира. Дух управляет материей. Из невидимого происходит видимое. А для того, чтобы оказаться на территории духовного мира, нам нужна связка ключей. Нам нужно знать ритуалы, которые являются ключами. Ключами в духовный мир. Покаяние, водное крещение, вечеря Господня, поклонение, молитва на языках, десятина. Это лишь небольшая связка ключей, которую дал нам Бог. Это только невежды, это только ограниченные, слепые люди говорят: сбор денег, они ничего не понимают. Мы открываем духовные двери. Нам нужна власть, нам нужен авторитет, нам нужны рычаги духовного контроля и управления за обстоятельствами в физическом мире. И для меня десятина, друзья, это не просто вот конвертик, где там денежки лежат. Нет, это ключи. Скажи, десятина – это ключ, который открывает духовные двери. И я могу с позиции духовной территории контролировать и управлять физическими обстоятельствами. Аминь. И эти ключи никто не должен вырвать из твоих рук. Дьявол всегда лжет. Почему? Естественно, он клевещет на молитву на языках, потому что когда мы молимся на языках, мы просто не то что переходим, мы улетаем с физической территории в духовный мир. Мы во святилище приходим. И когда мы находимся во святилище, мы бесов изгоняем. Мы больных исцеляем. Мы долину смертной тени превращаем в оазис жизни. Мы становимся хозяевами положения, будучи духовными людьми. Из невидимого происходит видимое, повторяю. И чтобы оказаться на территории невидимого духовного мира, ключ, ключ, ключ. Поэтому в самом начале мы сделаем то, что нам Бог повелел. Малахии 3:10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас
благословения до избытка. Слушайте, не открою ли я для вас отверстий небесных, окон небесных, дверей небесных? Открою. Понимаете, вот ключ, ключ, который помогает Богу открыть окна благословения. Духовный мир откроется. И в условиях жесточайшей нищеты ты будешь процветать. Друзья, мы не часть современной латвийской экономики. Мы не часть европейской экономики. Мы часть божественной экономики, потому что мы духовные люди. Мы граждане Царства Божьего. А в Царстве Божьем нет инфляции. В Царстве Божьем нет кризиса. В Царстве Божьем всегда избыток и благословение. Сам Бог говорит, возьмите эти десятины и испытайте меня. Вставьте этот ключ в эту замочную скважину и испытайте меня. Посмотрите, духовный мир придет в движение. Сам Бог клянется. Сам Бог призывает нас к этому опыту. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. В этом физическом мире так много истребляющих, так много пожирающих. То болезнь, которая пожирает твои деньги, и ты тратишь деньги на медикаменты. То авария у тебя, и твои деньги куда идут? На ремонт машины. То у тебя там что-то там, труба прорвала, на ремонт. Сколько денег мы тратим? Не по назначению. И скажешь, ну это же бывает со всеми. Да-да, бывает, только не со всеми, кто десятины приносит. Сам Бог говорит, я буду контролировать твое физическое окружение. Ты не будешь болеть, поэтому деньги не... Вот это вот, как сказать, вот этот бизнес на таблетках, он не будет пожирать твоих денег. Тебя никто обманывать не будет. Квартиру решил продать, потом уже не поймешь, где квартира, кого продают, тебя, или вообще не знаешь чего. Тебя обманывать никто не будет. Сам Бог будет контролировать. Потому что когда ты находишься на духовной территории, ты недосягаем для бесов, для пожирающих, для всяких аферистов и всяких других негодных людей. Вы со мной? Когда ты находишься на духовной территории, ты недосягаем. Твое спасение быть под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоиться. Называйте нас как угодно. Фанатики, фундаменталисты, там, экзистенциалисты, как угодно. Я знаю один принцип. До тех пор, пока я пересекаю границу физического мира, и доколе я знаю свои координаты в духовном мире, я непобедим. Я непобедим. Потому что тот, кто хочет прикоснуться ко мне, он будет прикасаться к Богу. Очень просто это выглядит иллюстративно. Если ты действуешь по Слову Божьему, ты скрываешься в Слове Божьем, и тот, кто хочет прикоснуться к тебе, он будет прикасаться к Слову Божьему. А Слово Божье постоит за тебя. Моя задача – скрыться в Слове Божьем. И если я исполняюсь Слово Божье, если Слово Божье растворяется во мне, а я растворяюсь в Слове Божьем, меня не видно. Меня не видно. Я где-то там между Исаией и Иеремией. Я где-то между ними. Вы со мной, нет? Вот зона безопасности. Вот гарантия нашей стабильности и защищенности. Я буду делать все, что мне говорит Библия. Для меня это кодекс чести. Для меня это инструкция к выживанию. Аминь. Итак, десятина – это один из ключей, которые открывают окна небесные, и благословения приходят. Сам Бог клянется и говорит, я гарантирую. Я запрещу всем пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною. Друзья мои, вы даже не представляете, что эти духовные ключи, они будут исцелять землю, вас будут называть землею вожделенную. В Латвию будут приезжать люди, потому что здесь будет то, чего нигде в Европе не будет. Люди будут говорить, здесь другой климат.
в Юрмалу снова начнут съезжаться побольше, чем в Турцию. Бог погоду поменяет, дожди закончатся, и это будет самый престижный европейский курорт. Здесь будут самые престижные христианские конференции. Здесь не будет гомосексуалистов. Здесь будет царство праведности и святости. Господь говорит, откройте духовные двери. Пусть ваши десятины, пусть ваше послушание изменит ситуацию в стране. Изменит климат в этой стране. И вас будут называть землею вожделенную. Друзья, это очень высокий титул. Многие страны сегодня называют Содом и Гоморру. Многие страны называют зоной бедствия. Сегодня он, что в Китае происходит? Катастрофа, землетрясение, где-то наводнение. А мы, как у Христа, за пазухой. И будут называть вас. Сам Господь говорит, ну испытайте меня. Сначала твою семью будут называть землей вожделенную. У вас все растет, все процветает, классно. Потом вашу церковь будут называть землей вожделенной. Посмотри, они идут как танк, они идут как ледокол. На них ничего не влияет, кроме Царства Божьего. Друзья, я вас не развожу. Я проповедую Слово Божье. Потому что я сам живу по тем же принципам. Аминь. И, друзья, и сегодня, ой, мы хотим, чтобы мы были землей вожделенной. Хватит проклятия. Хватит унижения. Хватит уже оскорбления. Хватит этих комплексов. Мы маленькая нация, мы ничего не можем. Мы все сможем. У нас Бог великий. И мы на этой земле будем утверждать принцип Божьего Царства. Друзья, если вот даже над Латвией есть какие-то форточки, окошки, какие-то там двери, наша задача все их открыть. И закрыть все двери ада. Ада. Как говорят, это голос из ада. Да хоть откуда? Из ада или из преисподней? Надо все эти зады закрыть. И наши десятины закроют рот клеветникам, бесам, дьяволу, который прогнозирует полный крах. А мы своим послушанием, благодаря тому, что берем ключи духовные, совершая ритуалы веры, открываем сегодня окна небесные, двери небесные и говорим, Господь, благослови Латвию. Друзья, гимн «Дев свет и Латвию» не будет иметь никакого абсолютно результата, если прежде мы не возьмем духовные ключи, не откроем окон небесных и не скажем, а теперь «Дев свет и Латвию». Потому что все готово к этому. Мы приготовили пути, приходи и благослови. Аминь. Так давайте же, друзья, сейчас возьмем свою десятину. Давайте возьмем свою десятину и поймем, что это не просто банальное пожертвование или обыкновенное дежурное приношение. Мы совершаем ритуал. Мы совершаем духовное священнодействие. Мы берем это как ключ. И я хочу, чтобы моя земля была вожделенна. Я хочу, чтобы закончились аварии, болезни, ремонты, проблемы. Я хочу, чтобы надо мной небеса были открыты во имя Иисуса Христа. Давайте возьмем свои десятины и поднимем к Богу. И скажите вместе со мною, Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Не с пустыми руками. Я верю Слову Твоему. Я знаю, что всякая десятина на земле принадлежит Господу. И отдавая то, что принадлежит Богу, отдавая Божье Богу, а Кесарево Кесарю, я могу рассчитывать на двойное благословение. Я не хочу зарабатывать деньги на лекарства. Я не хочу зарабатывать деньги на ремонт машин. Я не хочу зарабатывать деньги на латание бесконечных дыр. Я хочу быть благословенным.
Я хочу, чтобы пожирающие ушли от меня. Чтобы болезни закончились. Чтобы нищета закончилась. Я хочу испытать тебя. И хочу видеть открытые окна небесные. Я хочу видеть распространение твоего благословения во всех сферах моей жизни. Я рожден не для проклятия. Я рожден для благословения. Я хочу обладать духовным авторитетом и духовной властью, чтобы контролировать обстоятельства вокруг себя. Я хочу быть головой, а не хвостом. Я хочу быть наверху, а не внизу. Я хочу во имя Иисуса быть хозяином положения. Где бы я ни находился, и по слову Твоему я приношу десятину в Дом Божий, чтобы Твое благословение пребывало надо мною. Благодарю Тебя за Твою верность, за то, что Ты примешь мой дар. Исполнишь все, что ты сказал в своем слове. Аминь. Ашеры, пустите, пожалуйста, ведра по залу, и будем молиться в этом же духовном, в этой же духовной волне. Я совершаю ритуал, священодействие. Это ключ, который я проворачиваю в замочной скважине, и открывается дверь в духовный мир. Мы люди веры. Мы знаем, что мы делаем. Мне нужна власть. Мне нужна победа. Мне не просто нужно выжить. Мне нужно жить. Мне нужно побеждать. Маленькая вера приведет нас на небо. Но большая вера небеса опустит на землю. Поэтому у нас большая вера. И мы хотим, чтобы небеса пришли на мою землю. И чтобы эту землю могли люди называть вожделенной, желанной, обетованной. Чтобы она была как пример для подражания. Смотря на твою жизнь, на твою семью, люди бы говорили: посмотри, как Бог благословляет. Чтобы, смотря на твою церковь, люди могли говорить: посмотри, благословение Господне очевидно. Они являются головою, а не хвостом. Боже мой, я прошу Тебя, пусть каждый человек пропитается откровениями Твоими. Боже, мы не хотим жить в параллельных мирах. Мы хотим иметь позицию в духовном мире. О, рабеш ты кребало туба, бахкия самур махая. Я хочу, чтобы мои поступки могли иметь резонанс в духовном мире. Я точно знаю, что когда сейчас я приношу десятину в дом хранилища, духовный мир реагирует. Духовный мир реагирует. Божьи ангелы готовы идти навстречу тебе. Помазание готово прийти к тебе. Пожирающие готовы уйти от тебя. Долги будут погашены и покрыты. Придет избыток. Из самых неожиданных и непредсказуемых источников. Ожидай благословения и успеха на грядущей неделе. Господь явит славу. Господь не лжет. Господь не врет. Господь говорит истину. Камбас тубалабас тукетея. Пеманал ямара блешталая. Десятина обеспечит гарантию защиты и безопасности всех остальных 90% твоих средств. Але брессо према кандая. Кеманал ямара лаброба се турба легесо цокорба. Мендала лаброба штабра манели рьягаблетая. Лучше уповать на Господа. Я верю моему Богу. Я верю моему Создателю.
Я верю моему Искупителю. Он никогда не посрамит тех, кто надеется на Него. Он никогда не опозорит тех, кто любит и исполняет Слово Его. Кеман яблаш такая. Прославляющих меня я прославлю. Бесславящих меня я обесславлю. Бог наш отвечает за свои слова. Кес тобарала регрессотула. Кеманар йобламаш такабробата кабрабатала. Кеманалабробада сотруба чегла багаря логотор батая. Кеналар ямарелол глештигра балало гротолая. Кемандала лабруса тарбала ригрото сотолалия багатая. Кемандалия мреса торбаштекратая. Аллилуйя, аллилуйя, шенгра мандерия сатрая. Посмотрите сюда. Вот в этих ведрах результат нашей веры и нашего упования. А вот в этом ведре результаты того, что делают пожирающие в нашей жизни. Это наши проблемы, это наши нужды, это просьбы о том, чтобы болезни исцелились, ушли, чтобы бесы ушли. Уже, вы видите, уже большая-большая диспропорция. Благословения растут, проклятия сокращаются. И мы с вами однажды доживем до того, что в этом ведре, не останется ничего, кроме большой жертвы благодарения. Аллилуйя! Сейчас будем литься, друзья. И как вы уже слышали, когда строится жертвенник, на жертву всегда приходит огонь. А если мы все эти нужды поставим на эту жертву, как вы догадываетесь, огонь этого жертвенника, он пожрет и уничтожит все эти нужды. Простри сейчас свои руки и молись, чтобы огонь сошел. Чтобы огонь пришел и сожрал все эти нужды. Капру попру батая. Ламиру пропре макробала. Во имя Иисуса Христа я проклинаю все болезни, всякие нищету и недостаток. Пусть все пожирающие уйдут из жизни тех людей, которые уповают на тебя. Я аннулирую все, что прогнозирует дьявол. Я абортирую все, что замышляет дьявол. Да явится слава твоя. Да явится мощная сила твоя. Да явится благодать твоя в судьбе этих людей. Я люблю тебя и благодарю тебя за то, что ты ответ, за то, что ты прославляешь тех, кто прославляет тебя. И пусть нужды в нашей жизни сокращаются. И пусть они тают, как сугробы летом. Пусть они тают, как эти все проталины. Боже, восстань! И пусть рассеются все враги. И пусть здесь будет тысячи свидетельств о том, что ты спасающий, что ты защищающий во имя Иисуса. Господь, и пусть эти десятины, как ключи, как духовные ключи, откроют сегодня над нашей жизнью окна небесные, двери небесные. И пусть благословения до избытка хлынут в судьбу и жизнь тех, кто верит тебе, кто уповает на тебя, кто доверяет тебе и любит тебя. И пусть новое поколение будет самым процветающим, самым благословенным и самым влиятельным процентом этого общества. Мы благодарим тебя за то, что благословением праведников эта земля исцелится. Благословением праведников возвышаться будут наши города. Мы любим тебя и превозносим твое святое имя. Благодарим тебя за послушание народа твоего и благодарим тебя за решение всех проблем. Да сгорят эти нужды на жертвеннике твоем.
да сгорят все эти нужды, да сгорит всякая проблема на в огне твоего жертвенника во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: громче, громче! Эй! Не уставайте, нам Бог голос дал для того, чтобы мы Его славили. Все дышащее дославит Господа. Вот когда ты ругаешься, ты же не заботишься о голосовых связках. И на время не смотришь, сколько же проругался уже. А Господа надо славить покруче в 10 раз, чем мы ругаемся. Амин. Вот 3 минуты, пожалуйста, ребята. Господь ждет от вас великой хвалы и великой славы. Поехали. Аминь. Аминь. Все дышащее да славит Господа. Аминь.